Из Дубасар в Тирасполь теперь ходит скоростной поезд. Семьи в Приднестровье, многодетные, все живут в республике, никуда уезжать не собираются. Живут, потому что живут здесь счастливо и вот так вот сильно, крепко любят свою страну. Все это будущее Приднестровья глазами жителей нашей республики, которые принимают участие в конкурсе «Я хочу жить в Приднестровье. Взгляд в будущее». Конкурс рисунков и картин – проект Минэкономразвития и Госслужбы по культуре. Его посвятили Году молодежи. Цель – увидеть будущее страны глазами молодых. Все, что нужно – нарисовать картину и отправить заявку. Участники от 14 до 35 лет уже прислали более 80 творческих работ в живописи и графике. Мне понравились несколько работ. Они действительно вызывают яркие эмоции, такие теплые. И каждую из этих работ объединяет одно — очень много любви. В каждой работе просто вот выражено и положено на бумагу много любви к Приднестровью, к Тирасполю, к родине, вообще в принципе к тому месту, где эти молодые люди живут. Конкурс стартовал в конце июня. Подать заявки и работы можно до 8 октября в любую городскую библиотеку. Самые лучшие работы будут размещены в здании Министерства экономики, как наставление, назидание, напутствие в работе государственных людей. И обязательно сделаем выставку в картинной галерее Тирасполя. Итоги конкурса подведут в конце октября в парке Александра Невского в Бендерской крепости. Победителям денежные призы. Заявку еще можно подать.